прибыли. Вроде как сортовало. Вот поэтому я ему и не дам фотик. Давай нас. О, а они что, это на видео? А вот его вагоны, кстати, от того поезда. Временно там тягач другой притянул. Но потом вот такие штучки их возят. Ретро-поезд называется. Спасибо. Все, помыли, чистый. Может дальше туристов катать. Привал был у поезда. Пить хочешь? У тебя в рюкзаке питье. Вот оттуда ретро, так называемый, поезд едет в Рускеалу, если вы заранее успели купить билет. На момент, когда мы об этом узнали, билетов на сегодня уже не было. Вот по такой волнистой местности он едет больше часа. Причем вокруг. Путешествовать нужно налегке. Ну, за одним исключением. Налегке идут только все они. А во мне килограмм 10. Мне тоже вообще-то есть. У тебя килограмм. Пап, 2068 нужно сюда прийти. Скрытие будет. Вот а, капсулу какую-то замуровали? Да. Под камнем. Прикольно. Да. Вот вам новая тема. Только приехали. И сразу все побежали к этой капсуле. Всем очень-очень надо. Посмотрим, дождется ли кто-то этого 2048 года. Гостиница, зелень, внеплановый переход дороги был. Вот там зебры нет, но мы в наглую нарушили правила. Нарушай, ой, наказывайте нас. Да, посчитай, счетовод. Вот мы с мамой еще, может быть, а Саша нет. Саша лично приедет, да, и будет смотреть на вскрытие этой капсулы. Ладно, короче, приближаемся к городсистской, нет, как это сказать-то, городсистой местности. Дома каменные учащаются. И недалеко от этого, как сказать, городистого каменного домика, речка, после которой, как я понимаю, уже будет официальный город. Если, конечно, я не прав, можно меня поправить, но я думаю, это так. Слева вон культурная часть какая-то со спуском. Это вам, конечно, не в Одессе куча ступенек, но все равно стрёмненькая лестничка. И дети куда-то делись. Жена чешет, детей нету, и фиг с ними. Сами куда-нибудь дойдут. Все понятно. 2012. Нож. А вот это вот то, чего, ради чего я сюда шел. Минус. Только Никиту надо держать за руку. Саш, от греха возьми его, чтобы он не сиганул никуда. Да, название речки, конечно, прикольное. Дети, это ты. Так у нас туристы занимаются фото-видео шпионажем. А тем временем Саша, которого просили держать Никиту за руку, он его упустил. Никита, держись за руку от греха. Утка обыкновенная. Одна штука, вторая штука. А там и там какой-то, да, какой-то монумент.
Справа у нас интереснее, но право против солнца, поэтому видно, наверное, не очень. О, про упоминание про Одесскую лестницу. Тут решили, походу, построить нечто подобное. Ну и смотрим, что у нас за монумент. Спасибо Зуму. Солдат с автоматом. Вик, там дядька с автоматом. А с той стороны у нас Зуму будет мешать солнышко, да? Вот, например, люди едут. Плавают. Видно будет или... Не, ну так, чуть-чуть видно. Но фигово. А утка говорит, что говоришь просто так? Дай поесть. Развалины какого-то пирса, между прочим. Да. Но он совсем разваленный. Это хлам. Дети, догоняем. Да-да, байдарки. Ну, хотя я байдарку от каноэ не отличаю. Ну, ладно. Вот как отличить байдарку от каноэ? Не знаю. А я знаю, смотри. Я вспомнил, сблизи вижу и могу объяснить, Вик. Вика, посмотри на ту сторону. Короче, вот это точно байдарки. Гарантирую. Потому что в каноэ человек должен стоять на колене. А в байдарках они сидят. Вот там они вот, близко, сидят. Хорошо. И вот опять трасса, по которой уехал ретро-поезд. Которая, видимо, когда-то была заброшена, сейчас ее отреставрировали, и теперь по ней туристов возят. Мы удачно перешли и пришли к интересным строениям. Как я понимаю, это типа местное зодчество, якобы инсценировка того, что было раньше. По правой стороне, да, кстати, какой-то дядька сидит. Короче, дома прочтем. Кто-то там сортовали. Я не смог через экранчик, когда яркое солнце, прочесть. В наглую. Нарушаем, но дом Бергера, по-моему. Класс. Суходонья. Я почему и говорю, что чуть-чуть погулять. Доехать мы всегда успеем. Благо Яндекс.Такси тут работает, проблем нет. Вот тебе Великолукский. Я его снимать, он такие вещи делает. Блин. Интересное здание. Снимаю на ходу, но надеюсь, что что-то все-таки видно. Надеюсь, стабилизатор в этой камере все-таки хорошо работает. Торговый центр наш. Номер один. Я так понимаю, мы тут проезжали, что ли? Да. И, по-моему, где-то там нас высадили. Можно показать знакомые кустики. Не, я не помню, где именно нас. Это значит красный. Логично? Краснее красного. Нет, были мы тут, были. Только в какую сторону, я не помню. Но были. Опять та самая Скания. А не там ли мы и были? По-моему, по тому ответвлению мы и спускались, автобус там не мог раскантоваться. В Анапе уже можно. Пока не забывают название.
Ну, если они тут родились, почему бы и нет? Ну, в общем-то, грубо говоря, это как Питер, но лет 30 назад. Да. Вот если посмотреть. 30 лет назад в Питере было нечто подобное. А я пытаюсь пройти к какому-то зданию, в котором есть купол. Нет, там не праздник. Батут, батут, там просто развлекуха. Ага, вон то здание, и ничего особенного оно себя не представляет, просто на нем зачем-то купол. Сейчас покажу то, ради чего я пытался прийти. Ну ладно. Ну, женщины, как всегда. Мимо тряпочек мы пройти не можем. Любую тряпочку надо пощупать. Запущена новая очередь входа в парк. Каньон этот, точнее. Новые домики. И вот такая вот офигенная очередь. Слава богу, мы билеты купили. Надеюсь, нас она не будет затрагивать. Вот такой у нас вход. Все здорово. Правильно заметил. Это, наверное, один из самых длинных пешеходных переходов за всю историю. По крайней мере, мы длиннее точно не видели. Почему скоро река будет, знаешь почему? Сюда все смывается. Да я думаю, наоборот, это они канаву какую-то камушками присыпали. А, понял тебя. Это отфильтровывается и потом сюда. Понял. Те самые трубы, у которых мы уже были год назад. Обещали, что снесут, пока не снесли. Типа не рискуют. Святой домик. По-другому не назвать. Самое нужное здание во всех организациях. Ну и та самая-самая длинная пешеходная зебра. Шейбаница. Давай, тут на башку капает, Никит. Никита, не уходим. Слушай, я тут жить буду, тут прохладно. Смотри наверх. Не торопись. Он достать хочет и пофоткать. Бабушка, где тут фонарь? Тебе какая разница, камера его включит, если автоматика. Или ты просто посветить хочешь? Ну, это тогда другое. Пап, вопрос. А что это там на дороге горит? Да я откуда знаю? Ты Никите бы лучше помог нормальный фонарик включить. Я не тот ему случайно включил. Да убери ты фонарик, блин. Тогда сюда. А сфоткай меня. Дальше идет более открытая зона, где можно заглянуть внутрь. Нет.
О, язык вот очень даже какой-то. Сейчас, подожди еще раз. А Саша уже неизвестен где. Папа, красный, что? Да, наклоняйся. Ему-то что, он проходит? Да. Это чтобы люди наклонялись, напоминание, чтобы кровушку там оставить можно. Помню, помню. Ну и все, и вышли с другой стороны. Теперь бы Сашу бы найти. Ну вообще, Сашу надо было предупредить, чтобы он не уходил. Да ты еще раз всем. Мама, может я залез? Нет. Бабушку одну. Ремешок убери, пожалуйста. Бери камень какой-то. И наверху вон проходик. Терзает меня смутное сомнение. А как мы вообще это проходили-то? А мы так и проходили. В обратном. Мы туда попадали, вот оттуда, вот как? А, там, значит, спуск с той стороны. Вот там как-то, вот так. Короче, я что могу сказать? Тут прохода уже наверх нету. Значит, идем туда, а потом поверху. Все. Не говори вам, что... Какой-то домик. И достопримечательность номер один данного места. Мама, я загадываю желание. Для желающих прыгнуть везде круги развешаны. О! Для желающих прыгнуть везде круги развешаны. О! Вот и тут мы уже побывали. Фоток дофига на всех снимающих фотографии устройствах. Саша опять ищет себе камушки. А у Никиты мания залезть куда-то. Ну, а наша мама пошла куда-то сама. Мама пошла сама. Там справа тоже развлекуха какая-то, как ты помнишь. Саша, что-то с Бабой Ягой связанное было. Никита Сергеевич, Александр Сергеевич, на выход. Есть? С вещами. Вы людям кадры портите, слезайте. Оттуда прыгай прям. Да ладно. Поломаться можно. Маму держите, боится она, не видите что ли? Ой, какой я рукожоп!
Спасибо за комментарий живописный. На память, так сказать. Белый! Ты меня не утащишь! А может, ты утащу? Мам, аккуратней! Такое ощущение, как будто кроссовки для этого висят. А, молодчики! Хорошо, дождя нет. Были бы скользкие. С возвращением. Вот это. Вот чай какой. Как говорится, извините, у вас из попы парашют торчит. Вот это мрамор. Это все мрамор. Вот это все. Все абсолютно. Вот как. Нет, вот там дорожку замуровали, войти не удается. Мы пошли, как нормальные пираты, вокруг. Путь, конечно, колдобист, но интересен. Скоро тут будет еще много чего новенького. А пока все ходят вокруг. Живенько взялись. В прошлом году этого не было ничего. Молодцы. Не зря пошли. Вот сюда пришли. Папа, а что ты надо? Не, им хорошо, им дешево. А нам по полторахе. Это 400. Так, а правила посещения? Ну чего ты там стоишь? Ну это неинтересные правила посещения. Там, походу, реально дубак будет. Что там? Дубак будет. Ты помнишь, они там все в ватниках, в касках ходили? Так, все понятно. Группы по 15 человек. Саша ходит вокруг наковальни. Пытается унести. Ни хрена у него не получится. Никита пытается сделать более глобальный проект и унести гору. У него, думаю, тоже ничего не получится. Thank you.
Люди обступили наковальню. Левее у нас там мастерская с камушком. Там у нас варенье, наверное, мед еще. А, и травки какие-то, не только варенье. Мужик, уйди. И плащики у нас тут. И вот варенье. Ну, надеюсь, было хоть чуть-чуть видно. Если видно не было, селя ви, сижу далеко, подходить лень. Далее у нас еще один срез, по-моему, так называется, по которому ползают люди. Вдали раздавался топор дровосека. Облом это Саша молотком камни крушит.